На одном волшебном острове... Это что за царство такое? Живет заколдованный юноша. А в его саду растет невероятно красивый цветок. Зачем сорвал цветок? Меньшая дочь, Настенька просила. И лишь девушка с добрым, искренним сердцем слово дал поутру воротиться на тот остров лег. Способна развеять злые чары. Спасибо, Настенька. И спасти прекрасного принца. Аленький цветочек. 12 августа, 19:40. На детском.